Это склад с брошенным оружием. Здесь находятся снаряды, все эти ящики полные. Вот, чтобы не быть голословным, пожалуйста. Все они забиты, вот в этих болванке находятся, а вот в этом складе вообще находятся ПТУРы, противотанковые управляемые ракеты. Все в целлофане, все абсолютно новое. Там тоже огромное количество ящиков. Сейчас чуть-чуть поднаедем, будет видно. Все брошено, а такое, как правило, не бросают.